Добрый вечер. Как обычно, в это время на телеканале ТНТ «Онега» программа «Сомнения» с Денисом Базанковым. Тема нашей сегодня программы – судьба троллейбусного управления Петрозаводска. В последнее время очень часто обсуждается в средствах массовой информации, да и не только, во дворах, на кухнях, где угодно, судьба нашего троллейбусного управления, наших троллейбусов. Слишком много мнений. Одни говорят, что наши троллейбусы останутся и будут работать как прежде, кто-то говорит, что троллейбусное управление закроют и так далее. Но тем не менее, с 1 июня, кстати, у нас повышается цена за проезд, теперь она будет стоить, цена будет 12 рублей. Ситуация, в принципе, знакомая, была у нас уже время, когда и по 15 был проезд. Но спасет ли это ситуацию и вообще уместно ли об этом так вот говорить? Итак, я представляю гостей нашей студии. Вадим Александрович Сухарев, директор муниципального предприятия «Городской транспорт». Елена Станиславовна Дорохова, лидер профсоюзной организации муниципального предприятия «Городской транспорт». И Александр Ильич Анишин, заместитель председателя Петросовета. Итак, чтобы не повторяться, я сейчас вам предлагаю посмотреть сюжет, наш взгляд, видеосюжет на тему троллейбусного управления и троллейбусов. Внимание на экран. Судьба троллейбусного управления по-прежнему волнует горожан. Будет ли в Петрозаводске ходить общественный транспорт на электротяге? Таким вопросом задаются те, кто каждое утро добирается на работу в троллейбусах. Преимущества очевидны. Машины большие, вместительные, безопасные по сравнению с маршрутками. Да и цена проезда сейчас выгоднее, чем участников. Одним словом, социальный транспорт для небогатых петрозаводчан. Однако слухи вокруг троллейбусного управления вьются словно черные вороны. Год назад предприятие вновь по решению администрации города и Петросовета стало муниципальным. В мае 2010-го было создано МУП «Городской транспорт». Появилась надежда, что финансово-экономическое положение управления выправится, но, похоже, это далеко не так. По данным Карельской организации профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства, на конец апреля этого года убытки предприятия составили 40 с лишним миллионов рублей. Удастся ли собственнику, администрации города, вытащить рогатых из долговой ямы – большой вопрос. Принято решение об увеличении стоимости проезда. С 1 июня петрозаводчане будут ездить в троллейбусах за 12 рублей. Только поможет ли это? С нового года тарифы на электроэнергию резко подскочили. Выросли и страховые взносы. Предприятие находится в финансовом капкане. Очевидно, что на самоокупаемость оно не сможет выйти никогда. Так что же делать? Выделить в бюджете карельской столицы отдельную статью на содержание электротранспорта и смириться с этими расходами. Отказаться от троллейбусов вовсе в пользу автобусов. А может, управленцы из мэрии найдут другой вариант, который устроит всех. В народе поговаривают, что до конца года троллейбусному управлению точно не дадут загнуться. Ведь в декабре выборы. А что будет дальше? Очередное повышение платы за проезд или тихое забвение? Лучше и не загадывать. Итак, наша точка зрения. Вы согласны с ней хотя бы отчасти? И мнение горожан, большинства, по крайней мере, однозначно, что троллейбусы должны быть сохранены. Потому что мы же не можем превращаться в деревню там, с кривыми косыми ларьками, с грязными маршрутками. Мы столичный город, и мы должны этот статус поддерживать. Другой вопрос, значит, как это сделать? И Петросовет всегда ставил задачи перед администрацией города Петрозаводска о сохранении троллейбусного управления, о развитии. Сейчас, значит, вот принято решение администрации города, так сказать, пустили свежую кровь. И вот Вадима Александровича Сухарева, значит, назначили на должность директора предприятия «Городской транспорт». Человек пришел тоже из транспортных компаний, знаком с этим бизнесом, занимается уже много лет. И в очередной раз, значит, появилась надежда на том, что предприятие все же будет выходить из тупика. Но на данный момент я могу сказать, что городским советом, значит, запланировано на этот год 82 миллиона 700 тысяч поддержки предприятию. Вот. Но это как бы такая авансовая, значит, ну, помощь предприятию. Но, естественно, предприятие должно само думать о том, как развиваться. Предприятие должно зарабатывать. Да, зарабатывать деньги. И поэтому сейчас предприятие вот вышло с предложением там поднять до 12 рублей, значит, проезд. В общем, не совсем популярное решение, но депутаты поддержали его на сессии. И сейчас как бы, ну, дается аванс доверия очередной администрации города и, ну, вот новому руководству предприятия, значит, и с тем, чтобы, значит, сохранение, значит, троллейбусного парка. Ну, на мой взгляд, это должно быть однозначно, должно быть все сохранено. Елена Станиславовна, вы у нас, представляете, коллектив, да, троллейбусного, что, опять же, слухи, да, вот
Может быть, они неверные, то, что у меня есть информация, что все не очень хорошо, зарплаты маленькие, людей сокращали, да, было сокращение тут накануне приличное. Какие сейчас мысли у коллектива? Есть ли у людей, самое главное, надежда на то, что предприятие сохранится и будет развиваться? Сомнения есть, конечно, потому что новая ситуация, по-новому она будет решаться как-то. Но коллектив надеется, что все-таки предприятие сохранится, что рабочие места сохранятся, самое главное, потому что нам, у нас главная задача – сохранить рабочие места. Ну а потом, соответственно, условия труда по работе это на местах, особенно в зимнее время, потому что очень холодно, и в слесарных мастерских холодно, и на линии холодно, то есть это все должно быть решаться, и финансирование должно быть, естественно, потому что без финансов ну, ничего не будет. То есть стабильное финансовое положение должно быть у предприятия. Хочется затронуть тему. Видимо, сейчас идет оптимизация, да, на предприятии, потому что вот здание, которое было раньше троллейбусного управления на Комсомольском, передали под реконструкцию УВД. Там же территория рядом, где подстанция, передали в аренду механизированной колонии 101. То есть это что называется? Как бы от лишнего избавляемся, да, пытаемся оптимизировать расходы, доходы и так далее. Зарабатывать таким образом в том числе. Значит, здание, которое сейчас ведется реконструкция для УВД, передано несколько лет назад. Mm-hmm. Вот, площадка депо номер 2, она сдана не в аренду, а сдана машина места. То есть на протяжении нескольких лет содержание приносило убыток 250 тысяч в месяц. То есть по году это там, 3 миллиона. Там же стоянка была частного транспорта. А эта стоянка частного транспорта, это передана тоже несколько лет назад совершенно другому предприятию. То есть она к МУПу не имеет отношения. А была, значит, передана вот машина места, да, совершенно верно, вот предприятию «Мехколонна» за 350 тысяч в месяц. То есть, что, ну, соответственно, по году там может покрыть убытки и принести доход. А дальше уже, если надо смотреть, конечно, по ситуации, потому что в настоящий момент она не использовалась. Вот. Оттуда не было ни выпуска троллейбусов, там не производился ремонт. То есть все производилось на производственной базе депо 1. Ну и производится в настоящее время. То есть, получается, вот эти все площадки, там, что в аренду, что в УВД, да, остается у нас сейчас депо, которое, можно сказать, нормально действует, это вот на Московской, да, которое все знают. Там какая-нибудь вообще реконструкция, да, приведение рабочих мест в порядок, да, чтобы они соответствовали нормам охраны труда и так далее, это планируется? Вот сейчас мы говорим о коллективе, о заботе о нормальном функционировании. Для нас, конечно, в первую очередь это важны люди и, значит, их условия труда. Вот. В настоящий момент депо 1 построено в 1951 году. Вот. Сейчас, значит, проводится заключение договора с фирмой, которая может провести исследование, определение там, скажем, объема реконструкций. Вот. Когда это будет, можно будет ее проводить. Ну хорошо, судьба, да, троллейбусного управления. Вот почему такие слухи все-таки возникли? Как они появились, что троллейбусное вот после выборов у нас прикроют? Невыгодно, да? Появилась информация, что сейчас закупили вместо, допустим, там, троллейбусов, понятно, что они дороже, автобусы 8 штук. То есть вот сейчас, вот, если посмотреть, реально выйти на улицу, у нас, наверное, ну, единица, да, современных троллейбусов ходит, остальное все у нас пережитки там, каких годов, 80-х, наверное. То есть вот, честно говоря, вот когда увидишь наш троллейбус, в основном, который ездит, как-то вот сразу настроение мрачным становится. То есть вот все говорят, что надо сохранить, надо развивать. Вот троллейбусы подняли сейчас проезд, как бы. Но спасет ли эту ситуацию? Вот 12 рублей, кстати говоря, о чем я хочу узнать, тариф. Можно сделать и 15, да, но ситуация, я так понимаю, сильно не поменяется от этого. Смотря что мы закладываем в тариф. Вот, давайте разберемся. Сохранение и поддержку, это, конечно, на нынешний момент уже дают, даже там, скажем, понятно, что 12 рублей лучше, чем 10 рублей. В свое время было и 15 рублей, но в связи с тем, что у частных перевозчиков была цена 12, ее не поднимали в течение там, 4 лет последних, естественно, мы не могли
конкурировать. Плюс, о чем уже говорил Александр Юрьевич, была, значит, поддержка в виде субсидий, вот межтарифной разницы, что тоже идет на каждого пассажира поездку, что добавляет в бюджет предприятия деньги. Говоря о троллейбусах, то есть, конечно, часть парка – это, правильно вы говорите, 80-х годов, хотя многие троллейбусы – это 2000-х годов, 2005-го года, которые приходили в город. Вот, ну, последний вот низкопольный троллейбус был куплен в прошлом году. Вот действительно, современный троллейбус, приятно ездить, действительно. Но таких вот у нас один. Но да? Если говорить, и когда вы сказали, что посмотреть на наш троллейбус, ну, посмотрите на наш автобус тоже. А на автобус, я вот автобусов-то больших вообще не вижу. Ну, если пазик назвать большим автобусом, то мне в него действительно страшно заходить. Вот он такой вот перекошен или еще что-то. Вот у меня ощущение возникает, Александр Ильич, это к вам, наверное. А у нас в Петросовете случайно так вот не лоббирует интересы маршруточников. Планомерно не ведется все к тому, чтобы дать вперед маршруткам. Не, ну мы не хотели вообще политизировать, но раз уж вы такой у меня вопрос задаете. Вопрос, потому что многое решается на ваших сессиях. Нет, так я могу сказать, что во фракции КПРФ сейчас есть представитель маршрутного бизнеса. И, значит, когда тарифы поднимались, то фракция КПРФ сначала демонстративно, значит, голосовала против, а когда оказалось именно, значит, представителя фракции КПРФ, депутата, и этот вопрос вдруг по тарифам не прошел, он тут же, значит, сполошился, что подождите, я не успел проголосовать, давайте переголосуем и так далее. Понимаете, почему вопрос такой? В прошлом году я имел счастье общаться с водителями маршрутных такси на конечной, на одной из. Я был поражен, они вот чуть ли не с пеной у рта мне кричали, надо закрывать эти троллейбусы, они нам жить мешают. Не, ну правильно, также и существует конкуренция, также троллейбусы мешают этим. Поэтому сейчас Вадиму Александровичу и поставлена задача решить этот конфликт между троллейбусными перевозчиками и перевозчиками частными. Именно с такими условиями он назначался на эту должность. Дело в том, что если нам вот сейчас мы подняли в том числе и для маршрутных перевозчиков цену, с учетом, значит, понимая то, что мы проводили много переговоров с ними, они говорили, что они не могут менять свой парк вследствие того, что 3,5 года не повышается цена проезда. Значит, и мы сейчас посмотрим, что с увеличением цены проезда, значит, как мы это видим, весь хлам должен быть убран с улиц Петрозаводска, значит, и заменен на другие автобусы. А если, значит, вся сейчас прибыль, которая, значит, будет возникать вследствие повышения тарифа, пойдет в карманы, значит, людям, значит, тогда нужно тогда опять пересматривать ситуацию и, может быть, пригласить других перевозчиков сюда. Вот второй вариант вы сказали, вот он какой-то ближе к жизни. Нет, ну вы поймите, что, может быть, когда наши перевозчики услышат, значит, мнение городского совета и администрации города Петрозаводска, потому что, еще раз повторюсь, главным камнем преткновения на протяжении вот многих лет, я лично встречался с многими перевозчиками. И я сам занимался, значит, в прошлом маршрутным бизнесом. 25-й маршрут, значит, это был мой маршрут. Я не понаслышке знаю вот этот, когда начинают расти запасные части, расти бензин, плюс, значит, все это собирается в кучу, и стоимость автобусов выросла в два раза. И вы поймите, что если вы владеете, например, магазином, то здание магазина, оно дорожает день ото дня. А ваш маршрутный автобус, который вы купили, значит, там за 185 тысяч, там они с конец 90-х стоили. А сейчас не подскажете мне, Вадим Александрович, сколько стоит маршрутный автобус «Газель»? «Газель», насколько я знаю, 400 либо 500 тысяч. Ну, посмотрите, так она, если в два раза выросла, а проезд же не вырос в два раза. И поэтому, когда выдвигали требования, значит, поменять парк там, и, значит, как-то даже, значит, с водителями там, вот я бы, например, вообще хотел видеть водителей, значит, аккуратно подстриженных белых рубашках. Вадим Александрович, у меня вот такой вопрос. А сколько, как говорится, нужно денег для счастья, чтобы предприятие нормально функционировало, могло выплачивать хорошую заработную плату сотрудникам и так далее, и чтобы троллейбусы у нас были новые? Ну, я, наверное, тут пофантазировать придется, но вот в идеале. Сколько нужно денег? Вот, например, если мы договариваемся о том, что у нас действительно появляется отдельная строка в бюджете, да, в муниципальном, на троллейбусный транспорт. Вот сколько это должно быть? Денис, касаемо если работы предприятия, мы постоянно ставим такие задачи, там, вот именно фантазируем. Я считаю, что нам надо работать. То есть мы можем уже исходить из чего, не говорить о том, что там, нам давайте на приобрести предприятию 50 троллейбусов, либо 100. Мы должны постоянно заниматься предприятием из года в год. То есть если бы предприятие приобретало там, не знаю, 5 троллейбусов, 4 троллейбуса в год,
ну, планомерно либо там администрация, как собственник. Вы сами понимаете, уже там за 5 лет это было бы 20 совершенно других новых троллейбусов. Это была бы уже, ну, как сфера услуг, уже по-другому, да, люди бы увидели. Вот. Задачи такие, вот именно фантазии, я бы постарался бы все-таки убрать. То есть я считаю, вот на сегодняшний день есть предприятия, есть, это хорошая база, то, что существует, потому что в любом случае удалось за много лет сохранить, потому что это же не только троллейбусы, это же и десятки километров контактной сети, вот, а опор, которые находятся по всему городу, там 14 подстанций, вот, это все удалось сохранить. А причем сохранить их придется, даже если будет работать один троллейбус, или там, опять же, расширить. Поэтому мы с этим должны работать, и вот моя позиция такая. Давайте, ладно, еще один слух, развейте мне его. Пришла информация, что, например, хотят один маршрут убрать троллейбусный. Как вам такой слух? Нет. Возможно такое вообще? Теоретически-то. Убрать, допустим, четверку. Может быть. Или двойку. Так, а есть какой-то номер маршрута там? Или у слухов только... Это слухи. Вот понимаете, это вот то, что обсуждается на форумах там, и так далее. Да? Вот мне уже, например, пришла такая информация. А вот один или два маршрута, я не помню, какие, ну, могут закрыть. Ну, вот сейчас с 1 июня будет новое летнее расписание, подписывается. Нету, то есть в сетке сохраняются все маршруты, которые есть. Вот, даже мы рассматриваем тот вариант и уже делаем шаги, к примеру, чтобы усилить, значит, древлянку, то, что там восьмерка, она работает больше в час пик, а мы хотим вот, улучшить вывоз именно древлянки, потому что это самый крупный все-таки микрорайон в городе. Вот, то есть нет, это, не, это слух. Без подтверждения. Ну что ж, я спокоен, по крайней мере. Елена Станиславовна, давайте все-таки вернемся к коллективу. Да? Сколько сейчас средняя заработная плата на предприятии? Ну, тоже давайте не стесняться. Смотря у кого. Ну, давайте какая средний состав. Ну, да? Средняя от 10 до 15. 10-15 тысяч, да, в средний раз. Когда повышали? Ну, повышали уже давно. Компенсация у нас индексация зарплаты у нас не была давно. Давно это сколько? Несколько лет? С 2008 года. Да, то есть уже люди каждый год надеются, что все-таки зарплата повысится. Надеются. Да. Соответственно, от этого и настрой, когда приходит человек на работу, да, у него зарплата 10 тысяч, так и буду работать, да? Я извиняюсь, перебиваю, зарплата же может подниматься только, значит, или если предприятие начинает рентабельно работать, или, значит, все больше и больше денег закладывать в городской бюджет. Поэтому здесь надо как-то, профсоюзная организация должна здесь, я считаю, тоже подключиться и искать пути выхода предприятия из кризиса. И одно из видов, значит, как я вот вижу, то есть, значит, увеличение производительности труда, потому что, я насколько знаю, производительность труда, если сравнивать у нас, и, значит, 300 километров проехать, значит, на запад, это две разные вещи. И здесь это просто, ну, согласен, да? Абсолютно. Поэтому можно, значит, за день одно колесо прикрутить, а можно 20. Можно, все, конечно, все правильно, Александр Юрьевич. Но, Елена Станиславовна, я телезрителям скажу, что вы недавно, да, назначены, да, на эту должность, поэтому к вам вот так со всей, значит, да, ответственностью. Это напутствие. Да. То есть вы сейчас разбираетесь в ситуации, да, принимаете какие-то решения определенные. Ну, я так понимаю, настрой у вас есть к работе. Да, конечно. То есть вы будете защищать работу. Да, защищать, да? Найти понимание со стороны администрации города, со стороны администрации предприятия. Вот, за улучшение городского совета, условий труда, да, все-таки. И еще был такой вопрос у нас, давно он висит в воздухе, это единая маршрутная сеть по городу. Ну, объясняйте, что, да, это такое. Да, то есть единая диспетчерская служба, которая обслуживает и маршрутки малой вместимости, и автобусы, и троллейбусы. Этого мы никак не можем дождаться, но хотелось бы, чтобы у нас был порядок на дороге. Это очень хорошая мысль. А, я извиняюсь, а, да, Владимир Александрович, вы поддерживаете эту мысль? Да, конечно. Мы же... Я думаю, это вообще было бы это здраво, золотое, да, вообще, у нас настанет время. Да, потому но что это, сейчас понимаю, рвачество на дороге просто-напросто. Каждый друг у друга рвет пассажира. Так давайте честно скажем, у нас бардак в этом плане. Самый натуральный бардак. Мягко сказано. Я вот иногда бывает, что езжу в общественном транспорте. Не часто, но это все видно. Это аварийная опасность, то же самое, потому что... А некоторые джигиты за 12 рублей готовы убить, не думая всю маршрутку или так далее. Что творят поэтому на дорогах, это ужасно. Очень бы хотелось, чтобы было все едино, как бы руководилось одним каким-то органом, специальным диспетчерской, ну, службой. Я, насколько знаю, сейчас же вот ГЛОНАССовская система, да, должна внедряться.
Так? А у вас должна она, кстати? Вот. Конечно. И когда она внедрится, будет всех видно, значит, и принять соответствующие законы, распоряжения и правоохранительные органы подключить, чтобы все это выполнялось. И если мы видим на экране, что кто-то не выполняет свое маршрутное задание или едет не по расписанию, просто безжалостно решать людей лицензии. Да, тут самый главный вопрос, за чей счет банкет будет? Это же денег-то каких стоит-то ГЛОНАСС этот внедрить-то и сделать единый вот этот диспетчерский тут, центр? Тут, значит, есть два варианта. Один вариант, значит, просить, значит, в Москве какие-то проектные грантовые деньги, а второй – бюджет города, значит, и республики. Вот, бюджет города. Мы подошли к вопросу, о котором… Нет, так, да, так не соединяюсь. Вы поймите, что чудес, значит, не бывает. Значит, есть такое финское выражение – кайки раха. Все деньги. Все деньги. Поэтому мы, когда о чем-либо мы говорим, мы должны понимать, что в оконцовке любого разговора все равно будут деньги, правильно? И мы должны здесь, когда мы решаем проблему, понимать ее экономическую подоплеку. Правильно? Правильно. Вообще разговоры с администрацией города идут о том, чтобы действительно сделать отдельную строку, наверное, на финансирование нашего троллейбусного парка и так далее. Были ли такие разговоры? Вообще ведутся ли они? Ну, я считаю, вот сейчас они были выражены в рамках той субсидии, которая заложена в бюджет города, вот на межтарифную разницу, которая выражена, да, там, в этих 80 миллионах. Это те реалии, которые есть сегодня. Как-то если иначе, честно говоря, я не в курсе таких переговоров. Нет, ну я вот спросил, да, вот уже яснее. Понимаете, вот сейчас мы беседуем с вами, у меня вот по полочкам все начинает в голове, и я думаю, у телезрителей в том числе, что значит, ясность появляется, да. Вот сейчас я уже вот начинаю верить в то, что троллейбус у нас останется, да. То есть вот не то, что говорят, там выборы пройдут и до свидания, наш рогатый друг, как мой коллега сказал. Ничего подобного, да, я так понимаю. Вот. Единственное, что сейчас все-таки беспокоит. Вот 12 рублей, да, с 1 июня. Возможно ли в этом году еще повышение стоимости? То есть, ну, может, по осени там как-то? Или пока на 12 остановимся? Нет, ну, насколько, значит, вы, по крайней мере, как я считаю, что была договоренность о том, что, значит, между городским советом, администрацией, о том, что, значит, 82 миллиона 700 тысяч закладывается дотация в бюджет, плюс до 12 рублей повышается, значит, стоимость проезда. Дальше, значит, уже должно предприятие работать, потому что иначе, давайте тогда я туда пойду директором. Я буду каждый месяц приходить в администрацию и говорить: здравствуйте, еще 100 миллионов. Через месяц буду приходить опять, еще 100 миллионов. Это же бесконечный процесс. Поэтому есть правила игры. 12 рублей проезд, 82 миллиона 700 тысяч дотация. Выводите предприятие из кризиса. Ну что ж, Вадим Александрович для этого у нас руководит предприятием, поставленным недавно. Елена Станиславовна, новый человек. Дай бог, чтобы у вас все получилось, все те начинания, которые сейчас есть. Я надеюсь, что троллейбус у нас оставится. Хотел бы просто горожанам обратиться о том, что вот эти 82 миллиона 700 тысяч рублей, которые в городском бюджете, они складываются в том числе из 13% подоходного налога, который уважаемые граждане, значит, платят в бюджет города. Поэтому, когда получают зарплаты в конвертах люди, и не платя налогов совсем, то должны тогда понимать, что тогда и дотации будут на троллейбус в том числе меньше. Вот об этом мы тоже должны говорить. У нас очень много людей требуют с власти, а сами, значит, нарушают все мыслимые и немыслимые законы. Ну что ж, зарплата в конвертах, это будет, я думаю, отдельной темой нашей передачи, очень серьезная она. Кстати, я вас приглашу, Александр Ильич. Нет, ну это действительно так. Нет, я без шуток, я серьезно говорю. Да. Что ж, я благодарю за то, что вы пришли к нам в студию. Я напоминаю, вы смотрели программу «Сомнения» с Денисом Базанковым. Увидимся ровно через неделю.